саженцы рододендрона финского Конингенс Вайт хорошо укореняются, и купленные в контейнере, и приобретенные с открытой корневой системой. Растение активно развивается на подкисленной почве, зимует при морозах минус 28-30 градусов без укрытия, но весной обгорает на солнце. Нуждается в регулярном удалении увядших цветоносов ради успешной закладки новых цветочных почек для следующего вегетационного сезона. Среди минусов кустарника – возможность повторного цветения осенью, ослабляющего весеннее образование бутонов. Раскидистый кустарник с вечно зеленой листвой известен живописным цветением. Крупные белоснежные цветы с фиолетовым либо коричневатым крапчатым пятном на верхних лепестках лишены запаха. Но на фоне темного глянца листьев смотрится празднично и торжественно. На нашем сайте spelov.ru вы можете заказать саженцы этого растения по хорошей цене. Ссылку на страницу заказа вы найдете в описании под этим видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал и узнавайте первыми о новых и интересных растениях.